Неужели весна все же к нам пришла? Еще в воскресенье горожане могли заметить, что морозы сдали позицию. Солнышко подтопило сугробы, и на дорогах образовались ручьи. Синоптики говорят, такая погода до плюс 10 градусов с нами как минимум до среды. Причем может быть побит рекорд максимальных мартовских температур, установленный в 90-е годы. Тогда термометры держались на отметке 6,5 градусов тепла. И тоже еще лежал снег. Температура воздуха у нас в ночные часы будет в пределах 0-5 градусов, а днем будет доходить даже до плюс 10 градусов. Такая погода у нас сложилась из-за влияния теплого атлантического воздуха, который вот в наш антициклон начал поступать, который вот у нас уже давно находится на нашей территории. Вот и идет вот дневной прогрев такой высокий. И заток теплого воздуха. Скоро ветер переменится, и уже с 24 марта нас ожидает постепенное понижение температуры и новые осадки в виде дождя и мокрого снега. До конца марта температура воздуха в дневные часы будет плюсовая, по ночам до минус 5 градусов. В дневные часы уже такого прогрева не будет. Уже температура воздуха будет 4-9 градусов. В дальнейшем к нам придет циклон со Скандинавии, и он начнет делать уже свою погоду. Антициклон, который вот у нас сейчас сложился с атлантическим выносом теплых масс, которые сейчас, вот и температура воздуха у нас такая до 10 градусов, когда лежит снежный покров, но такого очень редко бывает. Вот, теперь это все уйдет, успокоится, придет следующий циклон, который уже принесет облачность, осадки, сначала небольшие, ну, потом будут усиливаться. В Мордовии все не так плохо, как, например, в Москве. На стыке марта и апреля в столицу страны ворвется волна полярного холода. Будет много осадков и гололедица. У нас уже по нормам 31 марта, 1 апреля температура должна устойчиво переходить через 0 градусов. Значит, уже начнется активное снеготаяние. Ну и все весна. Да и сейчас у нас температура, вот из-за высоких температур у нас снежный покров происходит, его разрушение от 1 до 4 сантиметров уже в день. Но за счет того, что ночью еще температура воздуха отрицательная, идет такой постепенный его сход. Сейчас температура воздуха в Мордовии на 4,5 градуса выше нормы. Алена Москалева, Андрей Просвиркин, «Наш новость».